Приветствую, друзья, на моем канале. Сегодня у меня iPad mini. И такая вот проблемка. У нас глючит кнопка Home. Или кнопка, или ее составляющие. Сейчас мы с вами попробуем ее заменить. Вот видите, нажимаю кнопку, и iPad начинает автоматически то перезагружаться. Видите, тут двойное нажатие идет. То есть, скорее всего, вот так вот выглядит кнопка Home на iPad mini. С таким вот разъемом. Вот видите, автоматически работает, автоматически включается. Давайте попробуем ее заменить. Даже не дает выключить. Фотографирует экран при двойном нажатии, видите, да? Итак, выключаем. Снимаем стекло. Я ставлю 400 градусов. Начинаем снимать сверху, потому что внизу у нас находится кнопка с шлейфом и разъем самого тачскрина. Я подозреваю, что его раньше открывали. Да, вот он легко открывается. То есть, скорее всего, меняли тачскрин. Вот. А тачскрин был в сборе с самой кнопкой. Такое часто бывает, когда тачскрин идет в сборе с кнопкой. Там, не знаю, или некачественная пайка, или может быть все что угодно. Нужно заказывать в таком случае или оригинальный. Оригинальный, конечно, стоит дорого. Или отдельно заказывать тачскрин. Кстати, у меня есть, сейчас я вам покажу его. Дорогой тачскрин мы заказываем, видите, он в сборе с кнопкой Home. И кнопка Home припаивается к разъему самого тачскрина. Здесь, походу, та же история. Сейчас мы попробуем. Это оригинальная кнопка Home, я ее снял с донора. У меня их достаточно много, поэтому мы их не заказываем. Достаточно легко снимается тач. Оригинальный, конечно, вам придется постараться, чтобы снять целым. Он очень тонкий, будьте предельно осторожны, когда снимаете его. Вот, а данный тач, судя по всему, посадили на стандартный двойной скотч, поэтому мне не доставляет сложности снять его. Вот он, видите, я уже его практически снял. Да, вот как я и думал, стоит печать. Китайский тачскрин со своим родным двойным скотчем. Вот он у меня. Не очень хорошего качества. Здесь у нас находится кнопка Home. Старайтесь не трогать стекло руками. Очень сложно его промыть. Потом будет такая вот кнопочка, видите, стоит даже без прокладки. Обычно кнопка, вот оригинальная кнопка, я вам показывал, она идет с резиновой прокладкой. Вот видите. И еще нижняя прокладка пластиковая у нее стоит на двустороннем скотче. Вот так аккуратно
Покажу поближе, чтобы было видно. Нет смысла снимать весь iPad, все вы его видели. Вот так выглядит разъем. Вот он, видите, кнопка Home припаивается к шлейфу тачскрина. Покажу поближе. Снимаем паяльником вот таким вот образом. И новую, оригинальную в данном кнопку Home. Сейчас мы с вами попробуем припаять. По-нормальному, конечно, было бы правильнее, точнее, снять экран, отсоединить материнку от батареи. Или хотя бы стекло отсоединить от материнки и припаять все это дело. Это было бы правильно и по-нормальному, но я занимался уже этим без отсоединения батареи, без отсоединения тачскрина, и в принципе никаких дефектов не было выявлено. Поэтому, чтобы не терять время, у меня его мало. Телефонов на ремонте очень много, поэтому я делаю все на месте. Итак, выставили по меткам. Вот здесь два кружочка у нас. То есть все должно попасть на свое место. Совместили два кружочка вот этих. Теперь припаиваем кнопку. Довольно просто. Прихватили. Восемь пинов здесь. Теперь давайте ее поставим на место. Будьте аккуратны, она очень тонкая, шлейф очень хрупкий, поэтому максимально осторожно работайте. Далее ставим уже правильно, как должно быть, прокладку сначала на место постановки кнопки Home. Вот она, прокладку я поставил. И сверху на нее уже ставим саму кнопку. Ставили кнопку. И сам механизм уже кнопки Home. Сверху у нас идет, держится он двусторонним скотчем. Вот этими вот местами. Вот этими. Поэтому если скотч износился, потерял клейкие свойства, то лучше, конечно, поменяйте скотч, поставьте туда обычный. Лежали. Кнопка готова. Убираем зум, удаляем пыль, которая попалась, упала на экран в то время, когда он был открыт, с тачскрина тоже. Закрываем. Обращаю внимание, когда закрываете тачскрин, укладывайте на рамку, на свое место. Обязательно должен быть изогнут в эту сторону, то есть в сторону экрана. Ни в коем случае в обратную сторону, потому что если в обратную сторону согнете, или он сам согнется при укладке, вот, может появиться щель вот в этом месте,
в нижнем правом углу. Поэтому сгибайте его чуть вперед и укладывайте тачскрин. Зазоров практически нету. Давайте включим iPad, включился. Сейчас проверим, что у нас получилось. Была ли проблема в этой кнопке Home или, возможно, нужно идти дальше по схеме. Ждем, загружается. Вроде он работает. Двойное нажатие реагирует. Я думаю, все в порядке. Проверьте как следует, чтобы вам его снова не возвращали. Ну, все нормально. Если реагирует на двойное нажатие, значит, все в порядке. Значит, кнопка работает исправно. Можно возвращать клиенту. Давайте уложим как следует стекло такой вот бумажной салфеткой, прижимаем, прекрасно клеится, можно прогреть по периметру и потом еще раз прижать, таким образом стекло будет сидеть еще крепче. Обязательно проверьте зазоры, которые вот здесь вот, чтобы они не оставались. Всем спасибо за внимание, друзья, с вами был Дов, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы и всем удачного дня, до свидания.